Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я ушла от мужа спустя 11 лет брака и дочь 7 лет. Ушла, потому что устала, что у него его родственники всегда на первом месте, всегда в приоритете. Его родственники активно вмешивались в нашу семью, наговаривали ему на меня, оскорбляли. Муж никогда не выступался и доверял только им. Затем меня обвинял в том, чего не было на самом деле. Постоянно внушал чувство вины за несуществующие события. Я чувствовал себя в невозможно подавленном состоянии за отсутствие справедливости. Пыталась что-то доказать, так глупо объяснить ему, что я не такая и так не могу поступить. И вот когда много обид уже накопилось, когда хорошего стало меньше, чувство несправедливости просто давило на меня, я поняла, что единственный выход, который я видела в тот момент, это развод. Нет, я пыталась поговорить, чтобы он меня услышал, но он ничего не слышал, поступал как ему удобно. Я ушла молча, некрасиво, надеялась, что вот он теперь поймет и вернет меня, но нет, он позвонил мне и сказал, что я вытерла об него ноги. Теперь ему даже лучше без меня, а я опять почувствовала чувство вины, и теперь уже настоящее, что разрушила семью. Стала понимать, что мне его очень не хватает, и винил себя, что ушла, и понимаю, что ничего уже не вернешь. Как мне пережить развод? Как пережить развод, Мария? Ну вот, так и переживать. То есть, вот так, как вы переживаете его сейчас. Так переживай дальше, я думаю. Тут какие в этом смысле у вас ну, скажем так, могут быть варианты. Вот. Да, вам сейчас больно, вам сейчас трудно, вам сейчас тяжело, очень, это в общем и целом правда, вот, это вам больно, но, как мне кажется, что именно вот в этой боли, именно вот в этой болезненности, которую вы чувствуете, и есть, собственно говоря, тот ресурс, который вы можете для себя, так скажем, получить. Вообще, конечно, вы описываете, на мой взгляд, довольно деструктивные отношения. То есть вы описываете отношения, в которых, ну, в которых вот, к вам, в частности, относились без уважения, вы описываете отношения, в которых вас, ну, скажем так, принижали, вы описываете отношения, в которых к вам было весьма предвзятое отношение, и это, вне всякого сомнения, чувствуется, вот, чувствуется это очень сильно. И, в общем и целом, на мой взгляд, вам действительно нужна помощь, вам нужна помощь в том, чтобы это прожить. Но помимо этого, как мне кажется, речь еще должна идти о корректировании вашей,
самооценке, о корректировании того, как вы относитесь к себе, о корректировании того, как вы воспринимаете себя. Помимо всего прочего, на мой взгляд, речь должна идти об этом. Потому как ваше чувство вины, оно не имеет особого отношения ну, скажем так, к тому, что делает ваш муж, к тому, как он, например, ну, поступает, да, и так далее. На мой взгляд, ваше чувство вины имеет несколько иную, я бы сказал, природу, и эта природа, она связана в первую очередь с вашим собственным личным опытом. Вот. Это не имеет отношения прямого отношения к тому, вот, что делает ваш муж. И, на мой взгляд, это очень важно понимать, что муж здесь, он, ну, в этом смысле он ни при чем. Ну, он ваш муж, просто, скажем так, отражает. Ваш муж отражает то, что то, что у вас уже было до того, как вы стали, ну, как вы стали вместе быть. Вот. На мой, по крайней мере, взгляд, так вот происходит, ну, так происходит. Я повторюсь, да, на мой взгляд, по моему мнению, так. Вот. Само собой, да, само собой, что я могу ошибаться, вот, и вполне возможно, что вот, ну, каких-то моментов я здесь не понимаю, вот что-то вы, может быть, не дописали, но, на мой взгляд, тут вот в этом смысле все достаточно очевидно. Ну, вот, самооценка, страх одиночества и вот, склонность вот, в какой-то степени, да, склонность к созависимым таким отношениям, вот, к отношениям, где вы зависимы от, ну, как бы, от своего мужа, вот, и да, чувство вот справедливости, о котором вы говорите, вот, ну, как бы, неоднократно вы говорите о чувстве несправедливости, это для меня, по крайней мере, это выглядит как, знаете, такая история больше связанная с mm.
оправдаться. Вот. То есть для меня вот то, что вы описываете, это больше вот про оправдание, больше про то, что вот мне, например, чтобы чувствовать себя хорошо, да? Вот, мне нужно как-то вот, значит, ну, прикрыться здесь справедливостью. Вот, хотя справедливость вам не нужна для того, чтобы, например, защищать и отстаивать свою позицию, да, вот свою точку зрения и так далее. Вот, то есть вам не нужна для этого справедливость, не нужно. Вот. Но вы в этом нуждаетесь, вы этого довольно сильно, получается, хотите. Вот, значит, справедливости. Вот. И отсюда возникает некоторые, ну, некоторые такие достаточно вот деструктивные вещи по типу, например, того, что вот вы, например, ну, обвиняете, допустим, родственников своего мужа, да, за их вот какое-то поведение. Вот. При этом вы здесь, на мой взгляд, не замечаете просто того факта, что дело, ну, по крайней мере, на мой скромный взгляд, да, дело не в муже, а дело в том, какого рода, точнее, дело не в его родственниках, а дело в том, какого рода вы выстраиваете отношения с своим мужем. И что, ну, вот в ваших отношениях с ним, да, возможны некоторые тенденции по типу, например, того, что там могут присутствовать другие. То есть, ну, вот могут присутствовать его какие-то близкие, да, его родственники, и вмешиваться, скажем так, в ваши отношения. Вот. Понимаете, да? То есть это то, что, ну, не бывает на ровном месте в этом смысле. То есть на ровном месте таких вещей не происходит. Это очень важно понимать. Вот. Поэтому я думаю, что ну, ваше регулярно, вот в какой-то степени, да, то, что вы регулярно пропускали какие-то важные аспекты в жизни вас и вашего мужа, это, конечно, вот очень сильно, на мой взгляд, дает о себе знать. Вот. И ситуация в целом, она ну, в этом смысле она складывается таким образом, что вы что-то пропускаете, да, вы чему-то позволяете быть, вот, терпите, ну, терпите что-то,
ради чего-то, вот тоже такой довольно важный момент, да, ради чего, для чего вы терпите, то есть, ну, вот, терпите там, терпите, чтобы что, то есть, вот вы написали, например, да, вот вы написали, что ушли и ждали, что он там вернется, вернет вас, поймет как бы что там, что-то. Ну, то есть это вот в данном случае, это ваш, ну вот, такой, как мне, как мне кажется, в данном случае это ваш такой способ обратиться с тем, что со своими чувствами, да? Вот. То есть не я буду как бы о себе, ну, о себе заявлять. Вот. Не я буду, там, не знаю, ну, гипотетически себя защищать, да? Вот. А это вот будет делать, условно говоря, там, мой, значит, мой супруг, да, в результате того, что вот он поймет, как бы, что я от него уйду. Ну, что он меня потерял, Ну, понимаете, это позиция, которая вот, в общем-то, ну, манипулирующая, это манипулирующая позиция. Вот эта позиция, как бы, вот в данном случае, косвенного такого вот заявления о себе, да, и о своих, значит, ценах, о своей, точнее, цене. Вот, то, что вы не можете сделать это напрямую, да, то, что, ну, у вас не получается сделать напрямую, вы не привыкли, а вот все время, получается, хотите какого-то вот оправдания, да, все время, получается, хотите как-то вот, ну, какого-то подтверждения, там, допустим, и так далее. Вот, это, конечно, вам очень, ну, очень сильно вам это вредит и мешает, потому что это делает вас зависимым в этом смысле. То есть вы становитесь зависимы. Вот, зависимы от ну, от человека, становится зависимым от того, там, грубо говоря, кто рядом, ну, кто рядом с вами. Вот. И вот таким образом вы оказываетесь в этом положении, в этом состоянии, которое ну, вам ничего не дает, ничего хорошего. Остается только боль, получается. Вот. Поэтому да, я бы сказал, что достаточно плохо вы взаимодействуете с со своими чувствами, вот, достаточно, вот, ну, скажем так, не привыкли, если можно так вот выразиться, да, не привыкли вы себя слушать, не привыкли вы к себе прислушиваться. Вот, не привыкли вы себя замечать. И отсюда вот возникают такие вот истории, такие проблемы, такие сложности. Вот, потому что, ну, совершенно очевидно, что если вы себя не слышите, то зачем, как бы, ну, кому-то другому вас слушать, то есть, да, как бы зачем слушать вас, вашему, ну, вашему мужу, если вы не слышите себя. Вот.
А себя сами слышать вы не привыкли. То есть, ну, это в данный момент, ну, на мой взгляд, по крайней мере, это очевидно, что вы не привыкли себя слышать. Ну, вот. А опять же, ну, речь о том, что, ну, не то, чтобы вы прям, знаете, как, ну, что вы должны себя слушать. Ну, понятно, что, ну, что вы не должны, если вы не хотите. Но просто, вот, как мне кажется, повторюсь, дело оно в этом. Вот. Основная проблематика в этом заключается, по крайней мере. И начинать нужно с проживания боли, замечания боли, вот, с выработки способов обращения с болью, вот, а дальше потихонечку с выработки своей модели поведения, личной границы и так далее. То есть это вот, вот, ну, как бы, те необходимые вещи, которые нужно вам ну, сделать, на мой взгляд, да? Вот, потому что, ну, само собой ничего не произойдет, да, само собой ничего не изменится. Вот. Еще важный момент, на мой взгляд, заключается в том, что вам, вот, по, ну, по моему мнению, как будто бы неинтересна ваша жизнь, то есть, вот, ну, вопрос здесь заключается в том, да, насколько вы вот, интересуетесь своей жизнью, интересуетесь ли вы ею. Ну, вот, если интересуетесь, то как интересуетесь, да, то есть, реализуетесь ли вы, если реализуетесь, то опять же вопрос заключается в том, как вы реализуете, ну, как вы реализуетесь, реализованы ли вы. Вот. Все эти моменты, они под достаточно серьезным вопросом здесь. И все они определяют то, что вы вот такое ощущение, что, ну, в этом смысле получается, как бы, боитесь одиночества. Вот. А если люди вокруг вас понимают, например, что вы, ну, что вы можете бояться одиночества, да, если люди понимают вокруг вас, что вот вы, ну, как-то можете нуждаться, да, в окружающих, то это, конечно, будет вот в той или иной степени использоваться против вас для, ну, для того, чтобы, там, условно говоря, ну, может быть, вас там контролировать, да, как-то, может быть, вот, то для каких-то таких, получается, цели. Это не хорошо, не плохо, это просто, ну, вот, вот в данном случае просто некая такая реальность, с которой вам нужно смириться. Ну, да, ну, не смириться, а просто принять. Ну, вот. Что еще здесь вызывает вопрос, да, ваша ситуация? Как бы, ну, то, что происходило, происходило системно. Это не происходило одномоментно, насколько я, ну, понимаю, да, насколько я вижу. Это не происходило одномоментно. Это происходило вот, ну, в течение регулярного какого-то количества времени. Вот. Значит, что-то вы как-то, вот я хочу
ну, подчеркнуть этот момент, что вы как-то со своим мужем устраивали отношения. Как-то. То есть вы со своим мужем, ну, были вместе, жили вместе и так далее. Это происходило регулярно, то, что происходило. И, тем не менее, да, вы все равно там были с ним 11 лет, терпели. Вот. Ну, соответственно, что здесь можно сказать? Здесь можно сказать, что вас, получается, что-то мотивировало на то, чтобы терпеть это. Ну, тоже очень важный момент. То есть, насколько вы реально видели и видите своего мужа. Вот, что он не изменит, но что он вот, ну, что он ведет себя там, вот так, ну, так как он себя ведет, да, то есть, ну, вот, соответственно, там, со своими, значит, ценностями, соответственно, со своими приоритетами, задачами и так далее. То есть очень важный вопрос, видите ли вы реального человека, потому что у меня есть ощущение, например, у меня есть такое ощущение, что нет, у меня есть ощущение, что вы не видите. Что вы как-то вот надеетесь, что он изменится, что он вот, ну, будто он будет вот таким, каким вы хотите его видеть, да, что он вот будет тем, кем вы хотите его видеть. Вот. Но так момент здесь заключается как бы в том, что он такой, как он есть. Вот. И вряд ли он станет другим. Понимаешь, да? Какая штука. Вот. Поэтому на это я бы еще хотел, чтобы вы по возможности обратили свое внимание. Вот. В противном случае, ситуация просто повторится, например, уже в, ну, в других отношениях, в которых вы, там, например, гипотетически будете находиться. То есть, по сути, все повторится просто снова. Ну. И вот во избежание того, чтобы вы страдали, да, во избежание, вот нужно все эти моменты, ну, в целом, проработать. Вот. Ну, говорить о том, что это легко, говорить о том, что это быстро будет, например. Я не стану, потому что это было бы, ну, это было бы неправдой, так говорить. Какое-то время это займет, тем более, что у вас, судя по всему, есть некоторая зависимость от вашего, ну, мужа, тут такое ощущение, что вы зависимы от него. Потому что, ну, как бы скучаете по нему, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот. Хотя, ну, в данном случае человек по отношению там, к вам вел себя, там, ну, несколько, скажем так, да, ну, сомнительно. Вот, то есть это... В данном случае признаки такой созависимости имеют место быть. Вот, но это нужно еще подтвердить или опровергнуть, потому что пока это только мои предположения. Вот.
Вот как-то так. Какой-то такой ответ на данный момент вам есть. Я надеюсь, что это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.